Девочки, всем большой привет! Я думаю, многие не ожидали видеть на канале такое видео. Ожидали только те, кто подписан на наш телеграм-канал или же на наш инстаграм, потому что я только там рассказывала, что у нас будет пополнение. И вот я наконец-то забрала свою куколку, я очень рада. Она была в процессе у мастера, по-моему, 2 месяца, в апреле я ее заказала. И, наконец-то, она мне пришла и сейчас лежит прямо у меня на кровати. Пополнение со мной будет распаковывать Анна-Мария. Явуся с принцесской остались на даче с бабулей. Мы, получается, были на даче и приехали, чтобы забрать куколку. Я уже заговариваюсь, потому что мне очень уже не терпится ее открыть. Поэтому давайте открывать. Я уже не знаю, что сказать. Также прошу не обращать внимания на то, что я в одной перчатке. Просто у меня аллергия на этой руке, и это зрелище не для слабонервных, поэтому снимаю вот так. Давайте уже будем поскорее открывать, я уже очень-очень-очень заждалась, я думаю, вы уже поняли. Так. В общем, у меня не получилось открыть ножницами, поэтому сейчас попробую открыть ножиком. Вот, раз, как-то все хорошо. Так. Видно вам, я надеюсь. Раз, два, три. Явусь, привет, чем занимаешься? Я тестирую наушники Tron Smart. Посмотри, какие красивые. Ух ты, как здорово. Давай вместе посмотрим. Принцессе тоже интересно. Давайте вместе с вами распакуем наушники, которые заказала себе Явуся. У них очень яркая и красивая упаковка, идеально подойдет для подарка. Давайте посмотрим, что в комплекте. Это сами наушники, пока отложим их в сторонку. Комплект зарядных устройств, инструкция, даже на нескольких языках, и гарантийный талон. Это очень здорово. Давайте рассмотрим сами наушники. Ого, у них складной механизм. Это очень удобно для ношения в сумке и для путешествий. Также у них есть регулировка размера. Давайте примерим. Вау, такие удобные, у них очень мягкие вкладыши, я даже не ожидала. Представляете, я ничего не слышу, очень хорошая шумоизоляция. Давайте рассмотрим наушники поближе. Очень мягкие вкладыши, безумно крутая расцветка, регулировка громкости и разъем для подзарядки. Если ты тоже хочешь такие наушники, переходи по ссылочке в описании, выбирай свой цвет и заказывай. А я пока буду слушать любимую музыку. Пока еще ничего не видно. О, какой-то пледик. Так, как его достать? Коробочку пока отложим. Она как-то свернута, видимо, согнута. Мастер положил нам в подарок держатель для пустышки. Ой, там ее сразу видно. Так. Она приехала в слипике. Так, давайте посмотрим сначала ножки по традиции. Она у нас без подгузничка. Так. Ой, какие ножички. Она такая шершавая. Я думаю, многие уже поняли, что это за молдик. Вторая ножичка. Так. Ручки у нас открыты. Ноготочки. Ой, здесь также есть сосочка. У нее на ручке прямо такая пустышка. Вторая ручечка. И давайте посмотрим головушку. На ней нету подгузничка, поэтому готовьтесь ее увидеть. Раз. Я, если честно, очень волнуюсь. Два. Три. Девочки, я уже распаковала малышку, только посмотрите, какая она хорошенькая. Я ее уже переодела, уложила волосики и посадила на пуфик единорожку.
Она на нем очень мило сидит. Красота. Я немного удивлена росписи, так как я заказывала куколку у мастера по образцу. И на образце она выглядела немного иначе. Она была довольно бледной по росписи. Но, видимо, мастер меня как-то не так поняла, и получилась вот такая яркая куколка. Но мне, конечно, она очень сильно нравится. Я постараюсь привыкнуть к этой росписи, если же не привыкну, то выставлю ее на продажу. А может быть, и не выставлю. Вот, пишите, в общем, в комментариях, как вам девочка, это прекрасно. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь также на наши другие соцсети. Все ссылочки я оставляю в описании. Мы вас всех очень любим. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока-пока, скажи.